Здарова, майнкрафтерам, с вами я, Фриз, и сегодня мы будем грифрить вот такими вот стрелами. Эта стрела включает в себя замедление 2, иссушение 3, моментальный урон 3, голод 3, слепота, слабость 3, смятение. Такие стрелы стоят в шопе. Не в жопе, а в шопе. 700 крон. 700 крон равняется примерно 700 рублей. Поэтому это очень, ребят, дорогое удовольствие. Но, к нашему счастью, оно его оправдывает, потому что если мы сейчас пойдем, допустим, даже на варп тот же РТП и зайдем просто в любую кабиночку... Подожди, здесь еще пусто. Здесь что, все пусто? Да ладно, когда такое вообще было? Короче, если мы встретим челиком, ему дается все вот эти вот бафы. Либо как это вообще назвать, блин, я не знаю. Так еще и моментальный урон 3 дастся. Это полноценные стрелы для жимки, то есть вот так можно ими зажиматься, да. И сегодня мы попробуем ими погриферить. Хотя почему попробуем, лол, это же имба. Но перед началом ролика, пожалуйста, поставь лайк и подпишись на канал. Также не забудьте про колокольчик. Давайте здесь наберем 5000 лайков. Я знаю, вы можете это сделать, поэтому давайте, ребят, 5000 лайков. И я что-нибудь придумаю с следующей рубрики. Вот. Ребят, челик, здорово, привет. У меня тоже все хорошо. Ох ты ж, он дал слабку. Получай. Ой, он в травку упал. Ну, ребят, я думаю, не надо, нельзя терять шанс и сделать так. Что? А так можно было? А что, так можно было, что ли? Итак, ребят, там челик. Давайте даем ее сразу нашу стрелу, самую топовую, самую жесткую. Он откидывает перку куда-то. Окей, 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 окей. У меня, ребят, очень мало бафов. Осталось всего лишь 2 бафа. Я надеюсь, что я его смогу загасить за это время. Поэтому полетели, погнали. Да, давай, стрелуем. Еще. Еще! Да почему? Стрелы, стрелы, летите, пожалуйста! Давай, надо догнать его хотя бы, дать КД, чтобы он не ливнул. Отлично. Дал КД, теперь стрелы. Ну, алё, ну что со стрелами? Погнали. Все, зажимаем. О, у него тоже эти стрелы есть. Ребят, ништячок, ништячок. Все по правилам, так сказать. Да, погнали. Полетели. Он, наверное, мои стрелы взял, потому что стрелы очень, ребят, дорогие. Так, у него есть апса, я видел. Он только что взял апсу в руки. Да, ребят, он подбирает просто мои стрелы. Ну и ладно, ну и ладно, так, перку откинул туда, я тоже откидываю перочку. 5 минут later. Вот он, вот он, вот он, вот он. Смотрите, он просто щитом гоняет и типа ждет, пока я выстрелю свою стрелу. Но не прокатит, не прокатит. Неа, нет, 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 еще минус тотем. Твой обсидиан тебе не поможет вообще никаким образом. Так, даем КД, даем вот эту тему. Вот это, все, минус, ребят, смотрите, какой дроп. 24 кристалла. Имба! Сейчас, ребят, пройдет КД. Так, подожди, у него здесь был эндерчест. По-быренькому выкидываем вот эту тему. Быстрее, 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 быстрее. Блин, занятая территория, ты че угораешь? Ладно, 2 секунды. 1 секунда, все, давайте, гек. По-быренькому. Все складываем, ребят. Шалкер, смотрите, он шалкер с собой носил. Протекшн 6, мендинг, починка, пацаны. У меня даже починки нету. 5 минут later. Так, ребят, челик, здорово. Дал КД, отлично. Так, фигачим его. Почему нет? Почему нет? До свидания. Это минус челик, ребятки. Блин, слушай, а по-моему надо пить бафы. Надо пить бафы, наверное, потому что это очень больно. Пьем бафы и нападаем. Нападаем, нападаем, нападаем. Так, там еще челик, блинский. Почему у вас так много здесь? Пошли вон. Ого, это что за прикольчики были? Не понял. Еще челик. Боже мой. На, минус... Ой-ой-ой-ой, как много вещей. Подожди, стой, ты куда, братан? Подожди. Минус 14 хп. Кого? Минус. Офигеть, пацаны, там очень много челиков. Очень-очень много челиков. Быстро, надо вот этого челика ливнуть. Ливнуть этого челика. Быстренько. Давай. Минус. Или не минус? А, да, минус. Здорово. Пацаны, лучше сюда просто не ходить. Вот так вот. Вот так вот. Минус. Подбираем рез, ребята, моменталки я видел. Моменталок овер дофига. Посмотрите. Очень, ребят, очень хороший момент. Прям хороший момент, хороший. Протекшн 4. Вообще ништяк. Значит, Гизус захотел КВшечку со своим напарником против меня. Я понимаю, что, ребят, 2 против 1 это как бы не очень нечестно. Что, в смысле, не очень нечестно? Короче, нечестно, но все же, ребят, у меня самый топовый стрел на сервере, поэтому я думаю, что он... Так, я там Гидуса очень хорошо надамажил. Думаю, то, что еще одну стрелу ему не помешает бахнуть. Вот так вот. Вот, отлично. Ну, а в общем-то, у него половина баллона, ребят. А у меня тоже уже половина баллона. Не очень мне это нравится, поэтому мы вот так вот отлетаем. И я не взял с собой еду. Да. Так, дал Гидусу еще стрелу. Так, и что же, и что же про...
И что ж получится, ребят? Что получится? Что получится? Давайте. Минус тотем. Отлично. Первый ряд минус тотем. Блински, надо чуть-чуть отбежать, потому что у меня, ребят, нет еды. Я забыл еду. Просто, ну, дурачок. 5 minutes later. Так, все, ребят, мы снова начали. Снова начали. Окей, даю обоим стрелы. Вот так вот. Главное не дать им стрелы, ребят. То есть в руки не дать им стрелы, потому что они очень жесткие. Они очень жесткие. Я не хочу, чтобы они попали в чужие руки. Нет, минус тотем, что ли? Нет, 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 нет. Кушайся. Отлично, ребят, захавалась гэплик. Ну, слушай, ребят, я не знаю почему, но я им наношу очень мало. Может, то, что я лоу-скилл, да, но все же, ребят, очень мало наношу им обоим. Почему-то очень, ребят, странно. Так, подожди, мне что... О, Гизу, здорово. Как твои дела? Запустили Гизуса в космос, так сказать. Так, а меня тоже запустили. Мне это не очень, ребят, нравится. Погоди, стоп. За что меня в космос? Но! Он умер. Кто? В трапе. В смысле в трапе? Натуре в трапе? Так, погнали, я пью вот эту тему, вот эту, и влетаю просто... Ой, подожди, стоп, он еще не выпал бафы. Гизус на самом деле жесткий на мече, но у меня острота 10, ребят. Я не знаю, это просто имба, а не инвент. Больше я с таким гонять не буду, просто, ребят, это у нас такая рубрика, и все. То есть это вообще, ребят, так сказать, не мои ресурсы, поэтому вот. Минус тотем, первый дал минус тотем, отлично, просто замечательно. Продолжаем, ребят, дальше таргетить. Да блин, стрелы, отлично, отлично дал. Так, топорик. Сломал щит, продолжаем. Продолжаем, ребят, продолжаем. Чуть-чуть, чуть-чуть, отлично. Еще даем стрелу. И продолжаем, продолжаем. Минус щит, замечательно, прелестно. Понятно. Опа, пацаны, зацените, я кого-то нашел. Пьем бафы, быстрее, 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 быстрее. Пьем бафы, даю КД, даю КД, даю стрелу. Отлично, все, побежали, полетели. А, у них здесь трапка, да? У них здесь трапка. Или я ошибаюсь, или я не ошибаюсь, непонятно. Офигеть, сколько здесь алмазников! Выползли, блин, в натуре. Так, давай, стрелу, еще даю стрелу. Этому челику стрелу. И чуть-чуть еще осталось. Да чуть-чуть, нет! Почему? Почему здесь так много челиков? Вопрос. Зажимаем, пацаны, зажимаем всех вообще, боже. Почему здесь настолько много челиков? Просто... Просто же у челика очень мало хп, он ливнул. Почему? Здорово, привет. Ребят, как ваши дела? А это, короче, огромный клан, как я понял. Просто мега-огромнейший клан. Да, они меня сейчас будут здесь зажимать, по идее, как я понял. Давай, чуть-чуть, чуть-чуть. Чё ты закрываешься своим щитом? Боже, ну чуть-чуть же. Ну почему? Я не могу добить. Давай, у меня самые топовые стрелы. А, я понял, почему я не могу добить. У меня тут, видите ли, слабость. Мне слабость дали, ребят. Окей, окей. Окей, 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 у меня 30... Блин, у меня 31 стрела. Капец, здесь просто, ребят, народу просто дофигища. У меня и яблоко заканчивается. Смотрите, сколько за мной челиков бежит. Просто... Просто жесть. Так, пьем вот эту тему. Давай, 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 давай. Давай, попробуем. Попробуем с тобой поиграть. О, понятно. Понятно, ребят, это кристаллы. 5 minutes later. Здорово, я снова вернулся. Шо, не ставится кристалл, да, не ставится. А все, да, блин, он снова ливнул. Да ну вас, с вами не интересно. Давайте один на один, пацаны, давайте. С этими имбовыми стрелами. Давай. Да почему, я даже не могу попасть по нему. Вот, попал. Не поставилось, да, не поставился кристалл. Вот же ж печаль обиды. Да. На! Минус челик! Взорвал же своим же кристаллом. Боже, вот это унижение, ребят. Давайте, еще, и еще, и еще, братан, еще, подожди, постой здесь, со мной, пожалуйста. Вот, молодец, хорош. О, еще челик, здорово. Блин, они вообще что-то не умеют взрывать кристаллы, как я понял. Ну ладно, ок, неважно. Я, главное, взорвал челика. Уже пошли, ребят, простые стрелы, третий урон. Как я понял, да, это третий, ребят, урон. Я взял с собой третий урон на всякий пожарный. Что он ставит вот эту тему? Непонятно. Он что, хочет взорвать еще раз? Или что? Шо, брат? Шо? Минус тотем. Отлично, дал минус тотем. Так, у меня есть еще 4 стрелы, ребят. 4 стрелы. Блин. Блин. Это очень, ребят, плохо. Я думаю, сейчас, короче, купить еще стрелы. Блин, это очень много, ребят. Просто много денег, если бы я это купил. Шоп. Сюда. В эту тему. И, да, перезарядка. 5 minutes later. Подожди. Ой, 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 очень больно, ребят. А что это вы кристаллами начали спамить? Не понял.
Ой-ой-ой-ой-ой, а вот это в натуре очень-очень больно, пацаны. О, у них стрелы появились. Неплохо, неплохо. Так, давайте свои стрелы я буду тогда подбирать на всякий пожарный. Они не могут поставить кристалл. Так, 14 секунд, черт, блин. Блин, сейчас надо чуть-чуть ливнуть. Чуть-чуть совсем. Блин, у них жесткие стрелы, прям мега жесткие, ребят, стрелы. У меня скоро еще сломается шлем. О, это будет вообще, ребят, просто топчик кайф. Блин, их, ребят, много, их очень много. Там челик перекинул, Арифас. А, я с ним уже пехался. Еще раз попехусь, ладно, давай. Давай, братан. Посмотрим, он перезарядился, значит. Просто, ребят, замечательно. Дал еще стрелу. Он пытается поставить кри... Ого, я сам на кристалл налетел, неплохо. Блин, пацаны, их очень много здесь, трое человек уже. На самом деле, это реально очень много. Ну ладно, я думаю, исправлю. Так, дали еще мне стрелу, блин. Ой, это жесткий гриф, ребят, просто мега потный гриф. Давайте вот на этого челика сразу же налетаем. Просто очень, ребят, жестко. Мега жестко. У меня еще есть вот эти вот стрелы. Поэтому можем просто, ребят, вот так вот. О! О! Пацаны! Меня отправили в полет. Ну, спасибо. Так, блин, смотрите, 4 человечка. Надо вот этого челика слить, у него плохая бронь. Они потеряют одного челика, и это уже будет намного легче, ребят. Потому что он меня постоянно, блин, таргетит. Мне это особо не очень нравится. Поэтому сейчас вот так сделаем, потом вот так, оп. Да почему? Я ж попал, ну вот. Так, мне дали... ребят, мне дали слабку. Я понял. Блин, ребят, их просто... Их очень много. Они просто темпуются друг друга, и все. Этот челик дает слабку. Окей, я тебе тоже, братан, дам слабочку. Небольшую такую, так сказать. Просто, ребят, сейчас попробуем их зажать стрелами. Сколько у меня... Блин, 3 стрелы, ребят. Ну, это... Забейте, это, наверное, проигрыш. Блин, ну я попробую. Я буду сражаться до конца. 5 минут later. Мне кажется, ребят, то, что пора ливать. Мне так кажется. Ребят, пока. Пока. Блин, мне дали тотем. Мне дали тотем, ребят. Ливаем, ребят. Просто ливаем отсюда вот таким вот топом. Блин, я вообще ничего не вижу. Вот это фигово, ребят. Через 14 секунд у меня осталось... А, они мне еще стрелами дают. Так, вот туда куда-нибудь кинем перочку. Блин, я не знаю, ребят, что делать. Я не знаю, черт. Они не могут сейчас здесь достать просто в любой, ребят, момент. О, башня! Пока. Не, ребят, я нечестно поступил, я знаю. Ну, блин, у меня даже и это сломалось. Нормально. Ну, я стоял как мог.